старшего мастера. Сегодня я занимаюсь ремонтом вот такой сумки. Начинаем. У этой сумки отломилась вот эта вот застежка. Она с обратной стороны держалась на каких-то гвоздиках. Эти гвоздики благополучно отпали. Ну и застежка отлетела. Я думаю, что можно отверстие рассверлить насквозь и поставить вот такие вот заклепки на 3,2. Полагаю, что этого будет вполне достаточно. Попробуем. Я поставил сверло на 3,3 мм. Сейчас вначале рассверлю сам замок. Это вот так. Рассверлил насквозь. Можно даже с этой стороны раззинковать чуть-чуть. Ага. Сейчас я это сделаю. Ну вот. Замочек просверлен и раззинкован. Сейчас осталось отверстие просверлить на самой сумке, и можно будет ставить заклепки. Так это будет выглядеть. Ну, давайте попробуем, что получится. Так, одна заклепочка есть. Сейчас вторую поставлю. Ну вот, и все. Вот такая вот получилась у меня сегодня работа. На этом я свой фильм заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите на канал еще. Всего вам самого доброго. Пока.